Пора готовиться ко сну. Да, пора. Солнышко пригрело, и бабочка спала вот буквально где-то дня два назад. Вот. А сейчас она ожила. Думает, весна пришла. Вон она, красотулька. Красотулька. Ой, что значит, весной все оживает. А осенью засыпает так же мирно. Вот она, красотулька-пампулька. Красотулька-пампулька. Ой, да. Ну ладно, гуляй дальше.